друзья мои, с вами я, Светлана Ата. Хочу всех поздравить с двумя праздниками, Днем Победы и Днем Матери. О Дне Матери я услышала первый раз в Турции, так как в Грузии у нас праздник отмечали 3 марта. Ну вот и я, позанимавшись йогой, решила одеть мое старое платьице, которое я уже давно не влезала. Да, а также вот такие яркие колготки. И вышла в таком виде на балкон, когда разговаривала с моим партнером, бизнес-партнером. И та соседка, которая со мной не разговаривала, она чуть не выпала. Кстати, после дня рождения я всегда начала сейчас каждый день одеваю платье и колготки. Домашнюю форму я отбросила на какое-то время. Ну, сейчас с понедельника продолжу, осталась у меня одна комната, и ванна, и туалет. И эти дни я похожу вот такая вот. На базаре были. Я приготовила рагу с овощей, но мой муж это не поел. Чуть-чуть похлюпал. Сегодня я буду готовить голубцы. 4 голубца буду готовить. Буду готовить 4 голубца. И завтра я в понедельник иду к врачу на сдачу анализа. Посмотрю, какой у меня холестерол и вообще все другие показатели. А сейчас я Ашкин попросил кофе, и я тоже решила выпить кофе турецкий, потому что я уже и 3 дня назад выпила маленькую чашечку. Растворимый кофе я решила попробовать заварить, но он мне не полез. Наверное, была гадость там какая-то. А турецкий кофе я с удовольствием выпила вчера без сахара. И сейчас я еще ничего не кушала, хотя уже 1:30, а я вот сегодня воскресенье, решила выспаться, хотя проснулась в 6 часов на йогу, но решила дать себе отдых и поспать. Я действительно очень не высыпаюсь, и у меня целый день хожу как курица, все время хочу спать. Сейчас, кстати, вместе с вами я сварю кофе. Какие успехи у меня в йоге? Вот вы просите, чтобы я записала, но я смотрю йогу в Инстаграме, в телефоне. Мне надо тогда взять Ашкыма, сделать запись, но у него не так хорошо записывает. Ну, что-нибудь придумаю. И, кстати, после занятий йоги я стала следить за своей осанкой. То есть я уже, когда так сутулюсь, мне это некомфортно. Я слежу. Раньше у меня такого не было. Так, Ашким сын бую костер, сын куда, дай кучук. Он бую костер. Нальем ему буюк. Ну вот такие вот у нас дела. Локдаун вообще, одуреть скоро можно будет. После йоги я каждый день крашу такую яркую помаду. С ума свожу Ашкыма, девочки, девочки. Я действительно вам говорю, он на меня начал, говорит, Баян, в Неулду, Баян. Женщина, что случилось? Я говорю, о, как хорошо, что я уже стала для тебя женщиной, а не просто домохозяйкой. Ну вот, вот так вот бесимся целый день, играемся с ним. Сейчас сварю кофе, выпьем кофейка и не знаю, чем будем сегодня заниматься. Я сегодня буду расслабляться, ничего не буду делать, в воскресенье нельзя ничего делать. Маникюр даже тоже нельзя делать, но я не буду маникюр делать. Почему? Потому что мне еще предстоит уборка, это потом двойное. Когда дома сидишь, да, никуда не ходишь, как-то не акцентрируешь на это внимание. Ну, как-то есть и есть, чистое, накрашенное и все. А у вас, наверное, такие в России праздники, да, вы выходите на день Победы на парад. Ну, может, я тоже покажу в интернете сейчас Ашкыму этот парад. Кстати, русские каналы у нас включили, и я покажу. Ашкым, сен рус канала, анч бен сен апарад гюстериджем. Рус канал, рус. Парад, парад, бугюн байрам вар бизде. День Победы. Победа, Казанмак. Казанмай гю. Дим Машким, добро дедим. Ищет уже каналы. Ему только надо сказать, он сразу ищет. Ой, какое вкусное это.
Надо, кстати, ее покушать. Сухофрукты закончились. Вот такие вот новости у меня. Все поздравляют, посылают открыточки. Спасибо вам огромное за поздравления. Огромная благодарность Богу за то, что вы у меня есть, мои девочки, мальчики. Спасибо вам большое. Как делают сейчас? Не выключила. Вот такую еду я приготовила вчера. Тут все есть овощи, которые мы купили на базаре. Я просто добавила 3 ложки растительного масла и поставила на мелкий огонь. Но видите, вот эту вот часть я съела, и эту, наверное, остальную буду тоже есть я, потому что аж ему не понравилось. А для него я сейчас буду готовить голубцы и покажу вам конечный результат. Кстати, у меня не 4 перца болгарских, а 6. Сегодня приготовила голубцы из правильного питания. Я начинку ничего не пережаривала, просто все измельчила и перемешала, и начинила. Вот такая вот у меня. Раньше я лук пережаривала с морковью, там, с фаршем, а сейчас нельзя. И вообще жира здесь нету, только будет естественный жир, который выделит мясо. У меня было 200 грамм фарша, и я, наверное, взяла 1 столовую ложку риса. Рис просто так, для связкости вообще. Его тоже нельзя кушать, поэтому я сделала очень мало. Я добавила пол моркови, лука побольше, зеленый лук, петрушку, укроп, тимьян, соль, мало совсем, перец. И вот залила водой, помидорчики нарезала, перчик там, и будет до готовности. Ну, а я буду кушать мою еду, самую вкусную. Я так привыкла к этому правильному питанию. Я совсем не голодаю, абсолютно я не голодаю. Я очень много кушаю травы, листья. Сейчас надо помыть, кстати, листья капусты, салатные листья, которые я вчера купила, вместо хлеба. И еще так вкусно вот заворачивать в них что-то. Можно яичко завернуть. Я яйцо давно не кушала, сейчас я его поем. Завернуть лимончиком, сбрызнуть туда зеленушки, петрок, укрушка. Ешьте, девочки, мальчики, витамины. И когда вы больше будете кушать зелень, у вас не будет времени и мозгов даже думать о том, чтобы поесть кусочек хлеба. Да, сладости очень хочется. Сегодня я себе даже позволила, отварила кофе, как вы видели, но я выпила с таким удовольствием. Кофе нужно. Завтра после анализов посмотрим на мои результаты и уже буду, может, что-то поменяю, если будет хорошо. Если нет, тогда ничего, буду тоже менять. Ну вот, пошла я сейчас пообедаю. Муж пока не хочет, он потому что позавтракал, а я буду обедать. Сегодня вот такой ужин я приготовила мужу. Посмотрите. Сейчас я приоткрою крышечку, и тут увидите, а голубчики, они, я ничего не пережаривала, все в сыром виде, диетическое.
сделала такой, приготовила такой красивый витаминный салат. Приготовила, сейчас посмотрим, суп турецкий. Как окрошка наша, огурчики, помидорцы, джиджи, кажется. Сейчас кто-то мне будет исправлять, но я забыла. Исправляйте. Ну и зеленушка, иду кормить его. А я сейчас покушаю мушмулу. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.